Саня, привет, ну засниму тебя на телефон, камеру Михаил забыл. Саня, это что такое, такое большое, Саня? Тепло, да? Это мы никак на щуку с Сашкой пошли, мы основательно подготовились. Это мы отвертку забыли ножи прикрутить. Это мы кучу газа взяли. Озеро Яровое, Половинский район. Первый раз приехали. Сейчас, короче, посидим здесь дня три. И потом уже, когда газ будет кончаться, пойдем вон туда, наверное. Да? Или тут все будем рыбу ловить. В общем, небольшой обзорчик будет, как мы съездили на рыбалку. Заснятый на телефон. Он там, Сергей сказал, вся рыба там. Блин, холодный, ветер холодный, градусов на 15. На ветру, да, наверное, все 25. Ну вот так вот, вот обосновались мы с Александром. Все на неделю. Жарко ему, все еле тепло выдает. Да нормально. Все, открыл все. Я чуть-чуть приоткрыл. Этот уже наприкармливал у меня. Потухло, да? Да. У меня тоже прикормка, вон она, жидкая, что-то надо еще добавить, наверное, а может напреет, вкусная. Так, у меня там, наверное, супер клев. Ловить мы будем на малинку искусственную, на вот такую, больше у нас ничего нету с собой, не основательно, с баллоном там и с газом подготовились, а с этой не подготовились. Малинка на всю жизнь, уже второй год, мы на нее ничего поймать не можем. Сразу задышалась на улице, в палатке. Так, ладно, будем рыбу ловить, да? Народ-то вот, короче, есть на частине сидит. Мы вот у края камышиков, ну вот под камыш еще пришли недавно. Сейчас побегу до Сергея, узнаю. Кажется нам с Александром, что нас кто-то обманывает. Сергей, прячь рыбу, я иду смотреть. Так, быстрее, где у него? Откуда он меня не увидит? Видишь? Чё, клюет? Ну, с этой стороны, здесь блин, не видно. Точно клюет? Иди сюда. Точно рыба у него клюет. Я Сашке так и говорю, что не может Сережка просто так столько времени молчать. Первый или... А, у них нифига, у него уже наловлено. Так, ну я тебя быстро засниму. Значит, клюет, да? Куда она денется? Крючок оторвало. Крупная такая. Крупная, но я вытащил, успел рукой его схватить, короче. Не спас, короче, удочку. На прикормку уже-то, да? Вот это да, фигни. Размешал две. И ты знаешь, как сделал? Маленькими комочками так вот накидал прямо под порошок. А, сейчас она ко мне тоже придет. Что, так-то пойдет карась, да? Да. Неплохой. Так, ну ладно, не буду тебя выстужать. Пойду Сашке доказывать, что рыба-то есть. Он уже говорит, все, домой поехали. У нас-то нет рыбы. Мы прокормили. Ну все, давай. Саня, ну что у тебя? Хлебушка. Хлеб горелый, да? Чему горелый-то? Немножко это... Подгорел. А мне кажется, ли у нас синел от твоего хлеба в палатке. Мне сало пожалел дать. На ножики пожарить. Нет, почему? Кричал, клюет у нас, клюет. У нас, в общем, не клюет. У нас с Александром тишина. Что-то непонятно, почему. Что, вкусный хлеб? Ну, плохо, когда фокусируется. Вот удочку твою хорошо вижу. Зеленую. Ну, вот так пойдет. Эх, а есть рыбы, нет. Хоть тепло, и то хорошо, да? А если я в два корыта так вот лягу, можно же спать? Все равно не клюет. Когда клюнет, я услышу, ты орать будешь. Так, ладно, если у меня еще хитрая одна приспособа, но, наверное, я ее пока не буду использовать.
потом расскажу. Саня, не жалко тебе вот эту животину? Смотреники хорошие. Ну-ка сидеть. Посмотри, как они хотят жить. Сфокусироваться. Их можно по именам назвать даже. Лёлик, Болик. Вот, началось. Может, им точно музыку включить какую-нибудь? У Сергея Александр сказал, уже больше десятка поймано. У нас по одной поклевочке что-то было. Подобие поклевочки и все. Видео и не снимаю, вот часто начал снимать, ага. Фотографии шоу делал всю дорогу. Вот у Сергея рыбы сколько наловлено. На 4 удочки парень ловит, не справляется. Мы пошли с Александром место новое тоже выбирать. А что у нас так и не поклевки? А что вы не хотите вот рядом? Ну мы сейчас на частину пойдем. Вот. Нет, надо идти в другую сторону. Сзади, не слушай, вот здесь бурись, и сиди на морозе, я нет. Тебе не дам палатку. Блин, опять он же скажет, я тебе не дам газ, правильно? Пошли искать. В палатке все равно теплее. Сань, вот здесь буритесь. Вот здесь вот. А если нет, то рыбы, блядь. Бери мой пакет, поймай. Пошли. Бери мой пакет, все, пошли, не слушай его. Он уже мне сейчас про горбунца рассказывал, и про приманки меняет, и глубину меняет, все меняет, короче. Так мы еще и сюда успеем прийти, у нас баллона 50 литров газа. Ну, в общем, пошли мы. Саня, ну что, рассказывай, Саня, а то я замерз уже, говори. Мы что делаем с тобой? Пошли мы, в общем, вот от Сергея, от тебя мы вон еще дальше ушли. Че за нахуй? Че, у коня у меня что ли навоза взял? Конский навоз. Саня конским навозом кормит. Вон оно в чем секрет, может быть, его прикормки. Так, ладно, я замерз что-то, я без куртки-то пошел. Побежал я в палатку рыбу ловить, пока Сашки нет. А у нас-то первый клев, он у Александра какой здоровенный карась. А мы собрались переходить, да, Саша? Ну что теперь? Будем уходить или нет? Все, пошли отсюда, все, пошли на другую. Я не знаю, ты посмотри, какой красивый, блин. Переходи, пошли на другое место. Вот, считай. Первый раз большого поймал, теперь его еще и... Давай, я камеру убрал, целую его. Он еще и не хочет отдавать, слушай. Давайте, 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 рыба, 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 где ты, рыба моя? Саша, теперь ты подовольнел. Ну, довольнее стал. Не сразу. Блин, он мне все срезал. Ну все, первая рыба у нас. За 2.5 часа, почти за 3, первая поклевка. Саня. Да? Ловить будем. А, тут будем, давай. Еще полчаса не прошло. А, началось теперь. Все, пошли на новое место. Какое новое место? Ну что ты, а что? Блин, тут рыба пришла. Ну все, в общем, мы ловим рыбу. Сейчас у меня должны клевать. Пришли на новое место. Минут 10 уже сидим. Результата 0. Ну, сало клюнули у Сереги только. Александр ест, да, Александр? Третий раз уже за сегодня причем ест. Второй. А время еще даже 12 нету, и рыбы нету. Вот и вон она. Единственная рыбешка на сегодня будет. Я-то еще поймаю, наверное. Да? Что-то как-то тут прохладнее, мне кажется. Или еще не нагрело. Не нагрело, но... Ладно, тоже есть чего теперь сделаешь. Вот такое сало Сергей коптит. Копченое, да? Угу. Ну все, приятного аппетита, Михаил Васильевич. Все, блядь, закончился. Испугал я, наверное. Саня поймал, да, Саня? Саня, ну-ка. Вот это рыбина, вторая рыбина у нас. Кстати, как пришли, минут 20 прошло.
Чё-то... Смотри, у него клюет и клюет. Я, походу, сегодня роль оператора только буду выполнять. Камеру еще дома забыл. Вот у меня почему не клюет. Я камеру дома забыл. Поэтому... Сашка чаем моего волшебного попил. Надо хоть отпить, а то он так все выпьет. Всю рыбу выловит. Довольны. Ну давай, а то у меня уже батарейка-то сядет на телефоне или память кончится. Да что? Что там за такой негодяй? Негодяй. У меня-то удочки на крупняка настроены. А здесь мелкие. А. Во-во, смотри, взял, да? Нет, не взял? Блин, хоть свой за своими-то тоже следить надо. Саня, ну комментируй, я ж пока видео снимаю, чё ты уж. Совсем-то в рыбалку увлекся. Домой, говорит, уже пойду. Не буду тут до утра сидеть. Ай, что вытворяет? Клюет, нет? Саня? Нет, перестал. Это гальян может, нет? Не знаю, но вообще никакого. Как бы вроде и клюет, а... Не чувствуется вообще никакого кадра. Эх, ладно, пока отключаюсь. Может, успею заснять когда-нибудь момент, как Александр хоть рыбу вытаскивает. Ты что-то у него перестало хватать. О, Саня, это роковой карась, да, Саня? Я рыбу-то не знаю. Мелкий здесь. Мелкий здесь, а там как будто он здоровых наловил, один клюнул у него. Смотри, Саша, вторая удочка, вон она. Блин, дуром у него вообще клюет. У меня тишина. Тишина, блин. У Сашки клюет. Просто мне, наверное, прикормить уже пора. Правильно? Ну что, на вторую будет у тебя, нет, клювать? Опять, причем он чаем моего попил. Бесит. Бесит тоже. Вкусный, да, чай? Мало сахара, правда. Он же волшебный, на травах. И что же? Что-то у нас печка, походу, опять сейчас потухнет. Мне кажется, мы там сидели, у нас теплее было. Так, ну все, ладно, в общем. Хватит просто так снимать. Нет, у него опять он дальнее клюет. Саша не успевает уже. Да уже все уже. Капец ты. Ну нет, вообще ни рыбка. Да вообще рыбы даже не... Он ее поднимает или бьет. Даже нету вообще рыбы нисколько здесь. Да здесь есть рыба, Миша. Здесь хоть рыба, хоть мелкая, но есть. Не видел, не знаю. В общем, что мне рыба? Я тогда буду есть вот это. Что-то на эту-то не хочет. Ням-ням-ням. А что? У меня же третья есть. Удочка, да? Так можно, да? Можно, да. Ладно, рот у меня занят. Я, в общем, ем сало. Там же я почти на солнце, вон Серега прибежал с окунем огромным, да? Да. Ты его в аквариум возьми, дома заведи. Да почему сейчас отпустим, на следующий год поймаем, большой будет ага. Уже. Ага. Чё? Мы бы сами его уже сожарили и съели. Он его сейчас к нам запустит, понял, чтобы он нам надоедал. Не надо к нам, да пускай идет он. Все, он его убил. Пиздец, сейчас мозги тут. Не, он большой вырастет, надо. Пакостник Сережа, да? Попробовать, сейчас у меня чертики есть, можно чертика попробовать привязать. Попробовать, может быть, где-то окушки будут. Ладно, рыбу заснять сразу. Вот мой, в общем, улов. А сколько время-то?
22. Поехали домой. Да ну, у нас самый клёв еще весь впереди. Не, жена уже 10 раз позвонила. Мы сейчас уже с Сашкой говорили, что собрались это. Ну, он еще не закончился. У нас еще баллона от полосюда. Ну-ка, погоди, да, я Сашкину рыбу там засниму. Он тот самый большой, это у него столо место со старого. Ясно. Сашка уже четвертый раз еду ест. Да, Александр? А кому еще делать-то? Рыбу ловить. Какую? Ее здесь нету. Начал сейчас выделываться. Я, говорит, уже на рыбалку приехал, поехали идти домой. Я говорю, так ты не только, говорю, на рыбалку, ты уже и с рыбой даже. Процесс идет, он уже все завыделывался. Ты что, клюнет, думаешь так? Так не, я такой так и делаю. И крупный такой. Крупной мелочи нет вообще. У тебя? Ну. Хорошо тебе. Все покажу. Сейчас чай попьешь, пойдем. Засниму твой улов. Снимем сейчас Сергея рыбу. Не вижу, запотело что ли. Вот у него тут сколько ее. Наловил огромных карасей. Рыба, да, у тебя тут? А, нет, у тебя тоже горит горелка. Горит? Незаметно. Горит, горит. Я так, просто убавил, пошел. Ой, тоже идти надо же, ловить, ловить надо. Она должна же клевать. Вот я на вашем месте ходил. Самых больших на нашем месте скал поймал. Вот так вот, вот. Что у тебя, давай я засниму исторический момент. Сейчас. Так-то у меня тоже небольшие шевеления есть. Вот мой улов. Вот самый большой, и все вот к нему кругом так вот поворачиваются. Ну что у тебя там? Как обычно. Ой, вон у Александра, вон рыба. Его. Ну что, будешь вытаскивать на видеокамеру? Нет, они стесняются. Видишь? Нету, да? Как пустая удочка. Все, сейчас ко мне, значит, пойдет. Бау-бау-бау-бау-бау. О, есть что ли? О, хлопать, да? Смотри, я тебя даже заснял вроде бы. Не знаю, время идет, не идет. Ну, вроде пытаюсь снимать. Это кто был? Карась, да? Карась был, да. Ладно, это был карась. Саня, ну-ка, где у тебя там вот, Саня? Карась. Ох, карась, да? Большой у тебя. Блядь, пытается. Из нашей палатки самый большой теперь точно у Сани. Он сказал, если, короче, хотя бы одного на 1.5 килограмма поймает, то рыбалка у него удалась, он скажет. Поэтому... Пока у него все плохо. Блин, завязал всю леску. А Серега уже устал рыбу тягать. Сказал уже, что спина... Я норму наловил, все уже. Спина, говорит, устала уже. Норму наловил, все. Норма, хватит. Иди там много еще в палатках, у кого нету нормы, иди им лови. И все он красные вообще. У тебя тоже краснеют все сразу? Нет. А что я, не у моих только тут проблемы со здоровьем? Вон он вообще весь красный. Этот вон какой. Но я их не обижал, нет. Так это в этой хрени вашей. Нет, это лопается, капилляры у них. Капилляры лопаются. Вот у меня. Время 16:45. Вот такой вот улов. Вот такой улов. Александра. Настроения нет. У него вон такой улов. На 1.5 килограмма он не поймал, но грамм поди там на 500-то есть, да, такой? Угу. Сергей уже давно сложился, сказал, 30 килограмм
30 поймал. Сколько штук он? 76. Вот так вот. Весов у нас с собой нету. Я своих взвешиваю дома. Пересчитаю. Будем сейчас заканчивать рыбалку, да? Или не да? Да. А, ну да, Серёжка-то домой у нас просит. Так что вот так вот. Взвешивание. Да, Василий? Василий говорит, пора. Три 685. 25 штук у меня. У Александра 19. У Сергея 76, он говорил. По весу не знаю, сколько у них. Вот так вот.